Все равно было. Ну, да. Я катал, да, в Белотгаз, хотя просто скайский бокс стоял. Ну тут самолетов, правда, вот. Все цилиндры работают. На двух такт тяжело отрепетировать два цилиндра. Под машинами, блядь. Так, бля, еще раз залетишь, снимаем тебя нахуй. А мы пойдем, машину мотоцикл. Мотоцикл у меня был, что-то там не выдумывали. Вроде мотоцикл я один хрен, цилиндр не работает. Поперёк. Ставили это между карбюратором и цилиндром штору, чтобы регулировать подачу топлива между цилиндрами. Сюда не ходи, лови. Сюда не стыдись. Кинь его, Серёг, чем-нибудь полегче. Штопор обратный, Саш. Делай. Повыше только. О. Начал с обратного, но пусть вам устал. Я на аэродроме. Как твой Пайпер, да? Thank you.
потому что они не знают, что говорить. Почему? Потому что они сами виноваты. Они захотели Владимир. А теперь Плющий умер, а некому там не рулить. Вот и все. А они запах не хотят. Приезжай к нам в курс, мы тебя ждем. В доме я тебе вышлю это положение, а там пусть они сами как хотят, так и пусть это самое дружится. Все. Ну, прекрасно, вот и все. Домик есть, где это самое переспать. И все остальное все там. Конечно. Ну все, не переживай.